Что касается Украины, запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое Киев заключил в июне прошлого года. Мы договаривались дать определенное время до 1 января следующего года для решения вопросов экономического регулирования. По истечении этого срока, если мы не сможем договориться при посредничестве Европейского Союза, никаких признаков этого я не вижу, вступят в силу ранее принятые документы, которые устанавливают для Украины обычный режим торговли и эмбарго на продовольствие. Вот такие решения.